Прежде всего, такой маленький организационный момент. Но сегодня вы видите, у нас идут тревога за тревогой. Если у нас по ходу мероприятия будет тревога, вы можете покинуть наш зал. У нас есть подвал при библиотеке во дворике, и напротив нашего дома есть паркинг. Туда тоже можно спуститься в укрытие. Ну, это на всякий случай. Будем надеяться, что нам повезет, и в ближайшие часы пройдут спокойно. С чего я хотела бы начать? Маленькое вступление, что для нашей библиотеки есть два в году таких памятных дня. Самых главных для нашей библиотеки. Это 19 февраля, день открытия библиотеки, и 25 июля, это день рождения нашего Григория Мороза. Мы говорим нашего, хотя так может сказать пол Одессы, но мы все равно вот с такой гордостью говорим нашего Мороза. В этот день, и вот накануне, как в этом году, мы всегда проводим встречи, мы еще и еще раз рассказываем, напоминаем об этом замечательном одессите, который вот показал нам, как надо любить свой город. Любить на деле, а не на словах. И так как у нас проводится в этом году накануне, вообще у нас уже традиция, 25 июля мы всегда возлагаем цветы к памятникам Морозы. Вы знаете, у нас их два в городе, на Морозлиевской, на Греческой площади. В этом году традицию мы изменим, приглашаем всех, кто, может быть, захочет тоже почтить память этого замечательного человека, принести цветы его памятнику. Будет очень здорово. Если вы еще сфотографируетесь и пришлете нам эту фотографию, то это вообще будет замечательно. Мы будем благодарны, что вы так же, как и мы, помните этого человека, и он действительно достоин нашей памяти. А памятника два в Одессе. Два, да. А сказал. Какому? Любому, тому, другому. Это мы не назначаем время. Вы можете, если находитесь рядом, вы можете в любое время подойти и просто положить цветы. И... Скажите, где это? Морозлиевская Троицкая, да? Морозлиевская Троицкая. И есть на Греческой. И Греческая площадь. Да, это рядом с парком Шевченко, Троицкая улица, прямо убирается вот в этот парк. И сейчас я хочу представить наших гостей. Большой друг нашей библиотеки, замечательный человек, прекрасная женщина, экскурсовод, краевед, автор уже нескольких книг, причем книг очень разноплановых по содержанию. Но по краеведению. Краеведение, но разноплановых. Тамара Павловна Быханова. Мы ей первой дадим слово, и она... Я что хочу подчеркнуть? Она очень много знает о нашей Одессе. Но самое главное, она всегда с удовольствием делится своими знаниями. И вы в нашем зале уже не раз слышали фамилию Морозы, уже слышали что-то о Морозе, но я уверена, вы сегодня обязательно услышите что-то новое и обязательно это будет интересно. И у нас сегодня есть еще одна гостья, которая выступит после Тамары Павловны. Одесситы, вот, наверное, уже, я думаю, знакома. Фамилия Анатолия Шевченко. Музыкант, гитарист, автор книг, теоретик книг. Вот у нас стоит книга, которую он написал. И книга называется «Музыка Эллады». «Музыка Эллады». И у нас в гостях Наталья Викторовна Шевченко, которая тоже расскажет о его вкладе вообще в музыкальную культуру и значение для раскрытия античной музыки. Сейчас передаю слово Тамаре Павловне. Я всю биографию не буду рассказывать. Да, у нас как бы канву мы уже давали. Замечательно. У меня сегодня заявка была «Как любить так королеву». Вот о королевах, которых любил Морозы, мы сегодня и поговорим. Когда Морозы попал в Париж, он был еще совсем молодой, он там обучался, и он кинул такую фразу: «Раз любить, раздавать так миллион, а любить так королеву». И так получилось в его жизни, что действительно он любил королев, и действительно настоящих королев, и
танцевали королевы, вот так и были, не были. И первое, в кого он влюбился, это в молоденькую Евгению Монтико. Евгения Мария Монтико. Она была из обедневшего графского рода. Он был купец, на пару лет старше ее. И он делает ей предложение. Вот настолько он ее полюбил. Но у его родителей, у ее родителей были совсем другие планы. Они же все-таки графья, какой-то купец из какой-то новоявленной Одессы. И, конечно, они ему отказали. С Евгением он переписывался всю свою оставшуюся жизнь. Но в скорости Евгению выдают замуж, и она становится королевой Франции Евгением Монтико. Ну, художник Кишиневский на тот момент писал: «Морозли был холостый, разумеется, порядочный ухаживатель. В свое время, когда я был еще воспитанником Парижской академии художеств, я писал картину во дворе музея Клюни. Ко мне подошел один француз, который заинтересовался сюжетом моей работы. Разговорились, узнав, что я из Одессы, он как-то удивился: «А, вы из Одессы? У вас морозы». Да, мы его знаем. Как же? Знаю, знаю. Он в свое время ухаживал за нашей императрицей и подносил ей букеты. Вот какой был наш Григорий Григорьевич в дни своей юности. В 1852 году Евгения стала супругой Наполеона III. В 1856 году она родила наследного принца, получившего имя отца. Затем Евгения играла одну из первых ролей в государственном управлении, влияла на нынешнюю политику Франции, была законодательницей мод. Вот вы можете как раз сзади на картинке увидеть ее портреты. Она была законодательницей мод в свете и в политике получила регенство. Но в конечном итоге вынуждена была покинуть Францию и дожила свой век в Англии, именуясь уже графиней Пьер фон. Ну а другой его королевой, любимой королевой, стала совсем, ну, вам тоже известная женщина, Сара Бернар, королева сцены, чей талант и красоту вспоминают до сих пор. Считается, не будь его покровительства, молодая актриса могла бы не состояться. Есть все основания утверждать, что великая актриса, возможно, вообще бы не состоялась, не будь рядом Морозли. Могло сложиться так, что день 11 августа 1862 года, когда Сара Бернар дебютировала на сцене комедии «Францесс» в роли Эфигении, так и остался бы ничем не примечательным будничным парижским днем, если бы не Морозли. Даже в биографии актрисы, изданной во Франции в 1880-х годах, то есть при жизни всех свидетелей, прямо говорится о том, что богатый одесский крепко Морозли бывал у нее и оказывал ей свое покровительство. Нечего и говорить, что дальнейшие гастроли Сары Бернар в Одессе в 1881-1892 году состоялись с подачи одесского городского головы. Надо сказать, что на тот момент театральная Одесса настолько славилась, что даже в газетах писали, вот в венской газете даже была такая заметочка, вернее, была большая статья, но там была такая строчка, что если актриса побывала или актер побывал в Одессе и там имел успех, ему будет аплодировать уже вся Европа. Настолько вот одесская театральная жизнь высоко ценилась. И когда Сара Бернар приехала в Одессу, первый ее спектакль, надо сказать, что провалился. Она одесской публике не понравилась вообще. Ну а на второй день она играла Эфигению, свою коронную роль, и уже тогда ее зрители до кареты из зала выносили на руках. Триумф состоялся. А вон стучки еще есть. Нет, с этим компьютером дело делают.
Одессу, она вероятно все-таки помышляла женитьбой. Впрочем, свидетельство известного одесского общественного деятеля Эраста Степановича Андреевского. Катился морозлив. Ну, с этой хмелили. Обошлись совсем иначе, чуть не обняло его. И приветствием не было конца. Морозлив был в заветных серых штанах и в своем бесцеремонном пиджаке. Не знаю почему, но мне сдается, что Морозлив наконец-то решил оставить холостую жизнь. Но следующая запись в дневнике от 16 января 1967 года я упомяну под 15 числом о Морозлив. Мои соображения о нем следующие. Морозлив поступил опять на службу и втерся в штаты Павла Евстафьевича Коцебу. Меньшая дочь Павла Евстафьевича начала выезжать. Мне кажется, грех бьет на нее, потому что вдали ему видится графство. Но дочка вышла замуж за другого, потому что у нее все-таки нет. Так вот, у Морозли были все красавицы Одессы. И во внимание одессита он купался в этом внимании. Но городской голова, между прочим, больше него никто в Одессе из городских голов не сделал. И избирали его 17 лет подряд, и хотели выбрать еще, но он уже сам отказался. Ну вот мы встречаем запись у Александра Михайловича Дербаса. Он описывает бал в доме Попутова. А вот и Розалия Бродская, значит, где-то рядом ее галантный кавалер Морозлив. Дело в том, что Розалия Артуровна, жена знаменитого Абрама Марковича Бродского, видного сторонника ассимиляции евреев, предъятельствующего с Пироговым, прославилась Розалия также на ниве благотворительности, как почетный член Одесского общества при зарении нищих и попечительница женского отделения еврейского сиротского дома. И в тот момент Розалия Бродская была признанной красавицей Одессы. То есть можно сказать, что вот вам еще одна королева, ну, королева уже красоты. На балах они, как правило, обязательно были вместе, но у них были общие увлечения, потому что попечительством, она была попечительницей там и Морозлив. О увлечениях Морозлив говорится много. Известен даже старый одесский анекдот, который приписывают то Морозлив, то Радоканаки. Небезызвестный Александр Григорьевич Строганов задает вопрос. Простите, дорогой мой, я что-то не вижу вашего прекрасного перстня с бриллиантами. И получает следующий ответ. Не волнуйтесь, просто я его ношу теперь на пальчике одной изящной шансонье. Так, сейчас. Ну вот это его портрет. В 1903 году Григорьевич наконец-то влюбляется так, что ему захотелось жениться. Но ему 70 лет, ей 46. Двое взрослых сыновей. И муж не кто-нибудь, а секретарь Морозлив Кич. Так вот, председатель Одесского коммерческого суда. Так вот, когда Кич узнал об этой любви, он настолько, ну, как говорят историки, он настолько уважал своего патрона, что он решил ему облегчить жизнь. И он дарил развод. Но дело в том, что вы, наверное, знаете, что развод, церковный развод, это очень хлопотное дело. И если берешь церковный развод, только в том случае, если семья бездетная, то двое детей, или кто-то из супругов виноват в супружеской измене. Но если по супружеской измене берется развод, тот, кто был увлечен в этой супружеской измене, не имеет права об
обрекается на вечное безбрачие. То есть второй раз в Кракове уже не дают вступать. И Кич берет вину на себя. И Мария Фердинандовна Кич выходит замуж за Григория Григорьевича Морозова. Вот это фотография ее из газеты, вот это единственная фотография, которую удалось найти более-менее в хорошем виде. А это вот как раз Григорий Григорьевич в те времена, ну и его герб. Так вот, когда молодые обвенчались, жениху было уже 71 и 245. В 1903 году Морозный вступил в брак с Марией Фердинандовной, урожденной Наркевич. Она родилась где-то приблизительно в 1858 год, и она родилась в Афинах. Была дочерью полковника Ингерландского гусарского полка, главного Нанинского земского уездного собрания, Фердинанда Францевича Наркевича. В первом браке Мария Фердинандовна была замужем за действительным статским советником, председателем Одесского суда Павлом Николаевичем Кичем. После развода вышла замуж с Морозным. От первого брака двое детей, от брака с Григорием Григорьевичем не осталось потомства, но с его смертью пресекся род Морозных по мужской линии. И тогда у них дом один был на Пушкинской, вернее, на Пушкинской было два дома, один на Дали под гостиницу, во втором они жили, там, где сейчас училище. Вот, вот этот дом. А второй дом был на Морозлинске, тот, там, где сейчас стоит памятник. Тот дом был снесен, когда сносили Свято-Михайловский монастырь и снесли этот дом. Там сейчас стоит дом в стиле конструктивизм 30-х годов и стоит памятник. Так вот, иногда они вечерами делали променад. И когда вот с этого дома они выходили под ручку, а действительно видели, что идет Морозный со своей супружицей, у которой была фамилия Кич, они говорили: «Морозный сегодня кичится». Так вот, познакомились. Морозны иногда приглашали участвовать в домашних спектаклях. И вот так случилось, что на сцене на Малопартанской даче Морозны, это там, где сейчас ботанический сад, старый ботанический сад, они там встретились на одной сцене. Она исполняла главную роль, а он в этом спектакле тоже какую-то роль второстепенную исполнял. И вот после этого они познакомились. И, кстати, есть сведения, что, возможно, Мария Фердинандовна сама режиссировала этот спектакль. Участие Кича в любительском спектакле в доме Морозны, пишет Дерибас, заставило говорить, что Морозны кичится. Вот откуда пошло. Позже эту фразу подхватили и повторяли каждый раз, когда встречали Морозны на прогулке с Марией Фердинандовной. К тому времени связь городского главы супруга председателя коммерческого суда была уже очевидна для всех. Морозный был богат и славен, пишет современникам престарелых Дон Жуана. Но он был холост, а всякого холостяка тянет своим уголом. Так оно и было с Григорием Григорьевичем, который часто ухаживал в дом председателя коммерческого суда Кича. Супруга Кича была молодая, привлекательная женщина. Злые языки не дремали, и в городе стали ходить разные слухи. Ну и вот после этого они были состоялся развод Марии Фердинандовны, и они поженились. Вот еще что я хочу сказать. Скончался Морозный. Тоже интересно. Не как обычные люди. Смотрите, любил королеву и не одну. Дарил миллионы. Вот сейчас я вам немножечко прочитаю, что он здесь городу подарил. Когда он был, за время управления его городом, было
перестроена. Свято Троицкая греческая церковь. Вот она, пожалуйста. Ну, он как грек, он, конечно, так посещал ее. Закладка и сооружение здания городского театра. Дело в том, что при нем городской театр старый сгорел, а новый театр был построен. Вместе с Михаилом Михайловичем Толстым, который был 10 лет директором старого театра, и потом был еще и нового театра. Кстати, вот это вот здание тоже на углу Ланжероновской и Пушкинской тоже принадлежало Маросли. Павловские дешевые здания. Так, у меня здесь не по порядку. Вот это на даче Маросли. Вот эти скульптуры, часть из них сейчас стоят по всему городу. Кстати, Маросли, если как пишется, в августе он, когда была самая жара, он всегда уезжал в Европу. А свою дачу он сдавал. В Одессе не все имели дачи, но лето надо было проводить на даче. И вот те дачи, которые пустовали, то их снимали. А Маразли каждый раз привозил из-за границы какие-нибудь скульптуры. Вот, пожалуйста, вот эти люди с дачи Маразли. А вот это дети и лягушка. Только это фотография 33-го года. Они, видите, где стояли? Там, где сейчас стоит фонтан. С вот этим вот, с этой скульптурой автор дом. Тоже получилось, это не оригинальная скульптура. Оригинальная скульптура была представлена на Всемирной выставке в Париже. И она была гораздо крупнее, и вот эти дети смотрели на, называлось «Дети и прогресс». А здесь были аэропланы, здесь были паровозы, здесь были все, что на тот момент было новинкой в технике. И дети смотрели. Ну, Маразли понравилось, значит, аэропланы, паровозы и вся техника, сейчас она была вот так вокруг. А дети смотрели на лягушку. Так вот, Маразли заказал копию и попросил оставить только лягушку. То есть аэропланы и паровозы были впечатления. Вот эта копия, нашли скульптуру Лаокон, и Маразли привез ее копию в Одессу. Вот, пожалуйста, это библиотека, вернее, народное читание, вот как она выглядела без того большого здания. Это как раз тоже достижение Маразли. Вот, пожалуйста, городская дешевая столовая на Привозной площади. Тоже за счет Маразли была построена. Городской приют под Кидышей, тоже Маразли, Старопорто-Франковская улица. Куяльнинский лиман, ну тогда он назывался Андреевский лиман. Так, причем здесь не знаю, что я сюда ставил. Вот этот он тоже он строил. Станция. Вот этот дом. Вы знаете, сейчас там музей, это Одесский художественный музей. Потоцкий, когда покидали Одессу, дом был продан Юревичем. И вот здесь вот герб как раз Юревичи, хотя дом построили Потоцкий. И вот этот дом, когда Юревич умер, он оставил много долгов, и его семья после его смерти решила этот дом продать. И как раз Маразли выкупил этот дом для того, чтобы там сделать музей. И кроме того, там был не один музей, как сейчас картинная галерея. Там еще был музей педагогики, но после войны его уже там не осталось. Ну, оперный театр еще раз. Дешевые павловские квартиры. Самое интересное, вот Павел Кемчинский решил построить эти квартиры, чтобы работники железной дороги, у которых нет денег снимать жилье, чтобы они там задешево могли купить. И в одном из этих домов как раз некоторое время проживали Катаев, папа Катаев и его сыновья. А еще я нашла перед где-то 1890-е годы, в газете была такая статья, что из этих квартир, в эти квартиры стали селиться не бедные, а уже люди побогаче.
И надо бы проверить, как они туда попали и кому они заплатили, чтобы в эти дома попасть. Видите, целый квартал. Тоже с подачи магазин. Вот. Археологический музей. Но он изначально был музей древностей, и там же была библиотека. А потом уже наследство Морозли, и тоже наследство Толстого, и с разрешением Морозли была построена библиотека на Пастера 13, которая долгое время называлась библиотекой Горького. Ну вот это вот Александровский парк был сделан. Ну, просто взяла вот эту любопытную фотографию, это уже 30-е годы, и видите, вот эту Александровскую колонну несколько раз переименовывали. То ее назвали 300, после революции, конечно, 300 лет воссоединения России и Украины, потом ее переименовали 3-го Коминтерна, потом ее вообще разрушили. Вот, и здесь, видите, портрет Сталина. Но после, когда Сталин умер, здесь были уникальные клумбы, часы. То есть там каждый день из цветов меняли надо. Может, у кого-то есть фотографии такие. Богадельня Морозли, пожалуйста. Это в районе Чуйки. Так, Новый рынок тоже был благодаря Морозли. До Морозли здесь была церковь вот в таком же стиле построена, посередине, там, где венчались Буль и Анна Цапня. А уже когда при Морозли стали строить Новый рынок, то решили архитектуру сделать подобную, как в этой церкви. Но церковь потом была снесена, а Новый рынок вот остался. Кстати, вы знаете, что самый старый на сегодняшний момент рынок в Одессе – это Новый. Все остальные новее нового. Так получилось. Памятник Пушкина был открыт при нем. И вот когда, ну сейчас памятник Пушкина закрыт, когда приходят экскурсоводы и начинают рассказывать, что памятник Пушкина стоит под платаном Пушкина, что Пушкин этот платан чуть ли не посадил. Поглядите, открытие памятника 50 лет уже как не было Пушкина. И поглядите на этот платанчик. Его явно только посадили. То есть это легенда. Был приют для рожениц на 26 кроватей. Дешевые столовые, приюты народных училищ в городе и в предместье. Богадельня на треугольной площади. Почта при нем, водопровод при нем, конка, трамвайные линии при нем, первый стадион тоже при нем. А вот со стадионом тоже получилось интересно. Вот тот стадион, который у нас сейчас построен, там была крепость, которую построили еще при взятии Хачатуря, после взятия Хачатуря, Суворовского. Но так как эта крепость взяли другие территории и в этой крепости отпала надобность, то на месте крепости крепость продали, ее разобрали на камни и осталась яма. Ну и что с этой ямой делать? И решили сделать Черное море. То есть там была яма, яме придали конфигурацию Черного моря и Азовского моря, налили туда воды, но так как Одесса город засушливый, то быстро эта вода высохла. Ну и что делать? И вот когда в Одессе появился футбол, это вы можете даже почитать, кстати, у Катаева и у Олеши, кстати, Юрию Олеши, вообще предполагали, что это будет очень знаменитый футболист, но как он пишет, ни дня без строчки, врач ему запретил из-за сердца, и он пошел уже по писательской стезе. Так вот, как они пишут, что им тоже надо было где-то... Все студенты, все, какие у нас были учебные заведения, все имели свои команды. И вот их команда как раз нашла место, вот эту яму, и в этой яме она тренировалась. И поэтому, а так как яма называлась Черное море, то их назвали черноморцами.
фрейм-лавочки сделаны. В 36-м году его назвали Кассиора. Ну, а сейчас уже построили вот эти стадионы. Ну, и это то, что он сделал. За его, так сказать, военные заслуги я перечислю. Морозли был награжден орденом Святой Анны 3-й, 2-й, 1-й степени. Орденом Святого Станислава 1-й степени. Орденом Святого Владимира 2-й степени. Орденом Белого Орла. Орденом Святого Александра Невского. Иностранные награды. Греческий орден Спасителя, офицерский крест. Персидский орден Льва и Солнца 2-й степени. Турецкий орден Меджидия 3-й степени. Черногорский орден князя Даниила 1-й степени. Греческий орден Спасителя, большой командорский крест со звездой. Итальянский орден короны, большой крест. Сиамский орден короны Таиланда, Вюртенбергский орден Фердинанда, французский орден почетного легиона, большой офицерский орден, турецкий орден Меджидия 1-й степени, греческий орден спасателя, большой крест, это, я не повторяюсь, это 3 таких креста, и румынский орден короны. Представляете, как его сравнили и оценили? Ну, а теперь подошло время рассказать, как все-таки он умер. Так вот, он очень любил черную икру. Ну, купец был. Денег было немерено. А, кстати, улицу Морозливскую, это что же он построил? Ему в наследстве достался пустырь, где он потом построил улицу, назвал ее улицей Новой. А до этого была другая улица Новая. Сейчас это улица Морозливская. И вот одесситы, когда спрашивали, вы где живете, на улице Новой, они спрашивали, на Новой-Новой или на Старой-Новой. Произошла путаница, но уже после его смерти улицу назвали Морозливской. Ну и парк, Александровский парк, сейчас парк Шевченко, как раз был построен там. Так вот, Морозли очень любил черную икру. И ему на завтра каждый раз подавали в пиалке черную икру. Но так как он купец и знает, как в Одессе умеют обманывать, он всегда тщательно нюхал эту икру, чтобы не скушать испорченную. И вот очередной раз ему дают икру, он наклоняется и нюхает, слуга весь в поту, ему там как-то так вот, наверное, икра испортилась. Раз он так много нюхает, ну никак не ест. Ну, когда слуга пришел в себя, подходит к нему, а у него просто оторвался тронку, наклонился к ученику. И вот, получается, любил королеву, дарил миллион, а умер черный крик. Ну, а с его женой еще история продолжилась. Дело в том, что так как Морозли не имел прямых наследников, но у его сестры Зои было двое, и он все передает старшему племяннику. 17 миллионов он оставляет на развитие Одессы. По-моему, 40 миллионов он оставляет своему старшему племяннику, но с уговором, что ежемесячно проценты от этих 40 миллионов, посчитайте, сколько это будет процентов, даже если один, это очень много, он будет отдавать на содержание Марии Фердинандовны и ее двух сыновей от первого брака. Ну, это понятно, но еще женщина, в общем-то, не совсем старая, какой-нибудь найдется хлыщ, и чтобы он эти деньги не присвоил, поэтому ей по частям это все выдавать. Что он еще там завещал, подскажите мне. Ну, в общем-то, вот эти вот такие основные моменты. И действительно, вот этот племянник, как вступил в права, он ей платил эти проценты, чтобы она жила безбедно. Но всего-навсего полгода. Через полгода он умирает, и в права наследования вступает его младший брат. И младший брат говорит, а я ничего не слышал о наследстве, и перестает ей платить. Мало того, вот этот вот дом, он у нее отбирает, а ее
переселяют в тот дом, который на Морозлимской. А тут еще в скорости началась Первая мировая война, потом революция, гражданская война. И она настолько обеднела, что ей нечем, не на что было жить. И она тогда начинает печь пирожки, и эти пирожки она продавала из своего окна, своего дома. И так случилось, что уже это где-то 24-й год, то есть перед самым железным занавесом, то есть железный занавес уже начал опускаться. Одна одесситка, знакомая греческого консула, повела греческого консула, уговорила греческого консула купить самые вкусные пирожки в Одессе. И через весь город повела его пешком на Морозлимскую. Но когда консул не привык пешком ходить, он начал ныть, что а что в Одессе не нашлось поближе, где пирожки купить. Ну, она ему по дороге рассказала, что это жена, вдова Григория Григорьевича Морозлимского. Она дала сказать, что в Греции его до сих пор помнят и чтят, что это первый грек, который достиг таких высот еще в зарубежном государстве. И, конечно, они знали, кто такой Морозлим. И он тогда у нее накупил там много этих пирожков. Он у себя в консульстве поставил вопрос, что надо человека как-то спасать. И с Греции пришел крейсер, военный крейсер. За Марией Фердинандовной и ее детьми. И в газетах прошлых лет я действительно вычитала, то это было как легенда, а это я вычитала, действительно, был такой фельетон, в котором один, там без подписи был фельетон, в общем, один одессит писал, что могли бы нам и так сказать, что Марию Фердинандовну им надо, мы бы эту даму отдали из крейсера. Никто из одесситов сопротивляться не хотел. Ну и ее перевезли в Грецию. В Греции ей выделили домик, где она жила безбедно со своими сыновьями, и пожизненную ренту. Ну, вот так вот закончилась эта история. Я хочу вам еще одну цитату зачитать. Это как раз вот из этой книги «Морозлим», видите, коричневая, «Решетников». Он, это про «Морозлим» пишется. Он ученикам выпускного класса подарил полдюжины пар серебряных швейцарских часов с цепочками и брелоками. Целое состояние. Или представьте себе, я в старой газете нашел такую информацию. Серебряные часы с золотой цепочкой контролеру Конки какому-то за отменно вежливое обращение с пассажирами. Представляете? Мэр дарит какому-нибудь водителю троллейбуса золотые часы за отменное вежливое обращение. Ну, вот такой вот был Морозлим. Умер он в 1907. Да, перед Первой мировой войной. Ну, и еще буквально одно слово я вам скажу про тот памятник, который у нас находится на Греческой площади. Вот тот памятник, который сейчас находится в Троицкой, угол Морозлимской, его сначала поставили на Греческой площади. Но у нас тогда то был Гурлиц, то был Баталан. То опять Гурлиц, то опять Баталан. И один что-то делал, другой переделал. Вот в такой момент как раз тот памятник с Греческой площади перенесли на Троицкую. Ну, а на Греческой площади все-таки решили установить памятник. И этот памятник необычен в том плане, что изначально он был спроектирован в 1911 году одесским скульптором Эдуардсом. И уже искали место, где его поставить, уже он был спроектирован, уже была копия сделана. И тут начинается Первая мировая война, и, конечно, уже не до памятника. И это все так и забыли про этот памятник. А в 2012 году нашли чертежи, вспомнили про памятник, и по этим чертежам создали тот памятник, который должен был еще в 2011 году быть построен. И у нас на Греческой площади теперь вот такой уникальный памятник. То есть спроектировали в 1911, а поставили в 2012. Могу я вам много? Из каких мест переселились в Одессу родители Григория Григорьевича Морозлимского? Нет, не скажу. У меня после второго ковида
иностранные слова выскакивают из головы. Мне надо сидеть и вспоминать. Ну, из Греции или... Из Греции, с острова. С острова, я сейчас... А, то есть не неженские греки, да? Да нет, он настоящий грек. Спасибо большое. Пожалуйста. Чуть-чуть допомню. Да, немного совсем. Виолетта Павловна, она в доме ученых ведет секцию. Вот скажите, какой? Ну, это все краеведы. Краеведы. И... Ну, не важно. Да. Я просто, мне попало случайно. Мой сын, любитель истории Одессы, а он одессит, так же, как и я, и он мне прислал вот такую, тут для меня новую, положим, вещь, вот такую фамилию, Вышеславский. Да. Знаете, да? Это его племянник, внучатый. Внучатый племянник. И жил на Маразлиевской, и книжки писал. Я не знаю, жил ли он, но мне что-то... Он приезжал когда в Одессу, он жил на Маразлиевской. Что он чуть ли не из Николаева. Почему-то так мне сказали. Но что мне очень понравилось, что он был в 1994 году, он был в Одессе, и посетил бывшее владение своего деда. Кстати, он ведь Маразле передал безвозмездно в школу садоводства его... А, в школу садоводства? Да, 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 это тоже его. Ну, и он написал стихотворение, которое мне просто очень понравилось, я думаю, вам всем понравится. «С богатым скарбом плыли греки под сень одесских берегов, и с нами сблизились навеки страна героев и богов. Колонны, портики, ограды, парадной лестницы разлет. В Одессе вольный дух Эллады сильнее, чем где-либо живет. Как со стволом платана ветка срослась давно, с ней жизнь моя, горжусь я, что во мне от предков есть крови греческая струя. За плотное время незавесой мне видится в морской вдали мой славный прадед, мэр Одессы, достопочтенный Маразли. И я, где блещет в красных красках броских, прибоиной пены торжество, идут по улице Приморской, по старой улице его. И направляю взор свой ныне к большефонтанским берегам моей любви, моей святыни. Следы отыскиваю там. Рожденный морем, город славы, целую с трепетом в крови. И твой ракушечник шершавый. И волны жаркие твои. Мне очень понравилось. Ракушечник.